Здравствуйте, меня зовут Нурсина, я мама Айдара. Нам 3 года 7 месяцев. Нам ставят задержка психоречивого развития и учительские там черты характера. Вот, у нас был 2 сеанса с Давидом. У нас много чего изменилось. Мы ходим в садик. Раньше 2 часа ходили, сейчас полдня ходим. Он уже почти понимает наброшенную речь. Например, садись сюда, кушай, пойдем в туалет. Он все это понимает, раньше не понимал. Он после садика, мы вообще в обед не спали раньше. Сейчас после садика приходим домой, мы спим 2 часа. И ночью тоже рано ложимся уже, не как раньше. Раньше вообще поздно ложили спать. Вот. Что еще могу сказать? Он как-то более стал такой послушным, такой спокойный. Вот. Спасибо Давиду. Еще дальше будем связываться с ним, с Давидом. Спасибо ему.